Дорогие мои, мы рады вас приветствовать в этом замечательном зале Троицкого культурного центра на вечере, посвященном юбилею Валентина Владимировича Иващенко. В нашем городе его многие знают, особенно те люди, которые связаны с национальными культурами. Люди, мечтающие сохранить или развить в большом мегаполисе национальные традиционные особенности тех мест, в которых они родились. Валентин часто выступает на вечерах, проводимых в Доме национальности и на разных площадках города и области, у белорусов, поляков, немцев, грузин и многих других народов. Он является замечательным певцом и поет песни разных народов на разных языках, на русском, белорусском. Но самое главное, он поет песни той страны, в которой он родился, песни Украины. Мы не шматок визировали, мы часто Украины, говорит он в своих стихах. Валентин Владимирович является автором многих вечеров украинской культуры, на которых присутствуют люди также разных национальностей. Он является создателем нескольких ансамблей «Спиваночки», «Рось», участником ансамбля «Сузилья». В Уфе он организовал украинский хор, который стал народным коллективом. Сам он участник многих казанских ансамблей, 10 лет пел в известном русском ансамбле «Отрада». Он автор поэтических и песенных сборников. На его стихи пишут музыки разные композиторы. Сегодня прозвучат его авторские песни и песни совместной работы с композитором Гриневичем. Сегодня прозвучат народные песни, авторские известных композиторов. Сегодня ему поздравления и пожелания от многих национальных общин города. Со всего Союза его поздравляют. Из Мурманска, из Уфы пришли поздравления. Из Москвы, с Украины. Наш концерт называется «Весенняя встреча». И поэтому мы открываем его песней на стихи Валентина Иващенко. Называется она «Жаворонки». Встречаем весну и встречаем маленькую исполнительницу этой песни, Каледину Ксюшу. Thank you.
Я как-то спросила у Валентина Владимировича, какой его девиз. Вы знаете, что он ответил? Живу, мучаюсь. Оглянусь, улыбнусь. У нас сегодня все основания ему сказать, не мучайся, а просто живи и улыбайся. Наш юбилярный лидер по жизни, масовик, затейник от природы, комсорг с 14 лет, беспартийный, член всех сборных школы, пятикратный чемпион Богуславского района Киевской области, чемпион Ростова-на-Дону по футболу и Уфы, чемпион Бакинского округа по волейболу, мастер спорта по официальному многоборью, подполковник запаса, инструктор по лечебной физкультуре, член Совета Украинской автономии, лауреат всероссийских конкурсов, поэт, член Союза писателей многонациональный Петербург, лауреат региональной премии «Наследие». И, наконец, вечно молодой, просто хороший человек. Встречайте, Валентин Владимирович Иващенко. По весні і ти у світі незнаних шляхами сорочку мати вишила мені червоними і чорними, червоними і чорними метами.
Вітчайте ведучі нашого вечора Світлана Ахметову. Аплодисменти. Що для мене Україна? Ви хотіли б дізнатись? Хіба мислимо все це на словах розказати? Хоч чому й не можна, справа в тім, як сказати? Адже дійсно, все просто, Україна – це мати. Що для мене Україна? Це дитинство і юність. Це кохана дівчина, перша радість і хмурість. Це дзвінка і ласкава, задушевно болюча, солов'їна і ніжна, наша мова співуча. Пісня «Богуслав». Слова і музика автора Валентина Ващенка. Богуслав, ти нагадуєш сонячні дні. Богуслав, ти найкраща земля на землі.
Я вас люблю. Я дякую, шановний зал, глядачі, що прийшли до мене на цю зустріч. Не знаю, наскільки я артист, але дуже приємно дивитись ваші очі і радіти разом з вами в сні, радіти тому, що ми з вами разом. Председателя Украинской национально-культурной автономии профессора Василия Юрьевича Тельзу. У нас народ по чуть-чуть старше возраста, хорошо? Уважаемые друзья, шановні земляки, мне очень приятно, что я вышел сейчас на сцену с поздравлениями после того, как Валентин спел. И хочу сказать, Октябрьский, пожалуйста, не выступай. Таким голосом, с такой хорошей музыкой, иди, пожалуйста, не выступай. Я третий раз со сцены ему обещаю, что получит заслуженного артиста. И третий раз, наверное, четвертый уже, да, это я говорю, да, действительно достойно. Но так складывается ситуация, когда что-то не проходит, что-то не так. Валентин, ты молодец. Искренне хочу тебе сказать, такая душевная тебя муза, и то, что ты выбрал именно этот зал, почему тебе нравится здесь, нашим всем нравится, потому что очень доброжелательная администрация, доброжелательная публика, приветствую, это очень приятно. Я много не буду разговаривать, потому что здесь ведущие уже столько за него сказали, да, но приветственное слово я должен сказать от имени генерального консула Украины в Санкт-Петербурге. Я должен сказать от председателя комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики. Я должен сказать от Дома национальности, где мы конкретно прописаны. Но за них только скажу, что желаю здоровья, благополучия, не буду все тебе зачитывать, но мне хотелось бы свое зачитать. От нашего совета. Что это такое? Ну куда, чтобы сесть? Заместителю президента региональной общественной организации Украинской национально-культурной автономии Санкт-Петербургу по культурно-массовым мероприятиям, художественному руководителю РОС Иващенко Валентину Владимировичу. В связи с юбилеем, это грамота от души, от нас всех. Вот там тебе подарочек, я знаю, что может... И скромный подарок, но такой, который тебе нужен. За многолетнее бескорыстное служение в сохранении и развитии украинской культуры в северо-западном регионе, за организацию проведения памятных вечеров, посещенных Тарасом Шевченко и Николаем Гоголем, музыкальных фестивалей, конкурсов, совместных с государственными и муниципальными органами власти мероприятий, направленных на реализацию программы правительства Санкт-Петербурга «Толерантность», на воспитание молодого поколения, уважение к ветеранам Великой Отечественной войны, повышение знания в истории культуры украинского народа, в развитии города на Неве, участие в литературных встречах, посвященных Дню родного языка и за преданность Украине и России, и за преданность тому, кому ты служишь. Здоровья тебе, благополучия. И хочу отметить, что юбилей не один день, мы целый год будем отмечать правильно его юбилей. Вот. Пусть поет, радует нас. И хочу сказать, было бы больше таких людей, то не было бы того, что творится сейчас. Потому что мир и согласие прямо от него так и идет. Храни тебя еще Бог и здоровья. Но нам есть кому говорить. Это спасибо и вам спасибо. Многие лета. Приветствие от ансамбля «Сузилья», художественный руководитель Виолетта Фридевич.
Слова Валентина Іващенко, музика Віолетти Гриневич. Yeah.
Що ми цілує мою руку? Дорогой Валентин, поздравляем с юбилеем, желаем счастья, здоровья, всех благ. Мы гордимся, что у нас есть такой друг. Валентин — это наш семейный друг. Спасибо, Валентин, что умеешь, что вы умеете дружить. Мама. Казахская песня называется «Мама». На українському язикі «Ти до мене не ходи».
питання для Валентина. Моя доченька Алтынай. Поздравляю, Валентина. Спасибо, Алина. Встречаем Алтынай. Украинец, дорогой. Я
дякую, любові. Стихотворение «Белые розы». Девчина спевала про белые розы, цветок заплетала у русые косы. Моя Беларусь ты, моя чаровница, к тебе я душою хочу притулиться. Устану я в ранку, пойду в чисто поле, я голос пшеницы вплету в свою долю. Моя Беларусь ты, моя чаровница, я сердцем с тобою хочу породниться. Кольки пройде годов, кольки зим я не знаю, только сердцем своим тебе верю и кахаю. Моя Беларусь ты, моя чаровница, низко в пояс тебе я хочу поклониться. Человеке Валентина – это его мама. Мама, ріднесенька моя, ніколи не забуду я посмішку щирих вуст твої. Я завжди пам'ятаю їх, згадую ласку твоїх рук, матусі рідний голосок. Хоч дитинство вже пройшло, та скільки б не було розлук, зі мною завжди їх тепло, не знаю. Як тебе просити, за всі гріхи мене простить, хоч без прохання знаю я, мене простить душа твоя. Пісня «Чорнобривці» виконує Олег Усенко, соліст Санкт-Петербурзького концерту. Твої, моя мамо, двоє.
рідненька. Thank you.
исполняет Олег Усенко. Не чекає, аж докупала, якщо любиш, кохай.
там став жив прибуде, якщо любиш кохай, весни на вік не буде. Ну а тепер всі місті, якщо любиш, кохай, всі розуміють українську мову, так? Якщо любиш, кохай. Якщо любиш, кохай, все зозуля забувала, якщо любиш, кохай, не чекає здокупала, якщо любиш, кохай. А став у тій прибуде, якщо любиш, кохай, і весни на вік не буде, не буде, не буде, не буде. Не буде, не буде. Спасибо. Щиро дякую. Щиро вітаю. Гора Конвалії. Слова Валентина Іващенко, музика Віолетти Гриневич. Ісполняє Світлана Пащенко. Oh,
лауреат международных конкурсов Наталья Шмидт. Дорогой Валентин, дорогие зрители, сегодня от лица русско-немецкого центра встреч при Петре Кирхе, от лица моего ансамбля, где я много лет являюсь солисткой ансамбля «Лорелея», я хотела спеть веселую песню немецкую. Но у вас здесь только сегодня веселого. И более того, сегодня, может быть, кто-то не знает, а кто-то действительно празднует. Сегодня Пасха. Пасха для католиков, протестантов, лютеран. Поэтому у меня возникла идея, что хочется спеть для вас молитву. И пусть Господь защищает не только вас, не только вашу семью, а всех нас и, конечно же, наши народы. Пускай всегда будут в мире, пускай всегда будут в дружбе и любви.
Пам-п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 ам
Петр Коваленко, да? И наш казачок Серёжа Коваленко. И плюс Артур Серёжа. Мы не думали петь, да? Но сейчас мы вам споем заключительную такую, наверное, песенку, да? Которую все любят. А знаете, какую мы песню любим, да? Распрягайте, хлопцы, коны! Вот это уже должны все подпеть, правильно? Согласны? Давай, и на этом мы завершим свое выступление. Поехали. Распрягайте, хлопцы, коны, царь не мой.
знаете, Валентина Владимировича Иващенко явление яркое, я бы даже сказала, уникальное в многонациональной культурной жизни наших регионов Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Вот буквально вчера Валентин Владимирович, ансамбль «Рось», мы все вместе были в Волхове. Там Дом дружбы Ленинградской области второй год подряд проводит праздник. Весенний праздник народов Ленинградской области «Этновесна». В таком же уютном, красивом зале, как этот, выступали азербайджанцы, узбеки, литовцы, немцы. И звучала украинская песня в исполнении ансамбля «Рось» и Валентина Иващенко. И зрители также тепло, такими же дружными аплодисментами приветствовали коллективы, кричали «Браво!». Это значит, что у творчества нет национальности. И культура, она над политикой стоит. Хорошая песня, хорошая музыка объединяет людей. В Санкт-Петербурге проживает 185 национальностей, в Ленинградской области 141 народ. И в том, что мы все живем в мире, в дружбе, согласии, как добрые соседи, есть заслуга в том числе и Валентина Владимировича Иващенко. Уважаемый дорогой юбиляр, мы желаем вам крепкого здоровья, творческого долголетия, чтобы вы еще многие-многие годы радовали нас. С юбилеем! С днем рождения! Ансамбль покидает нас на сцену, да, и сейчас мы будем приветствовать еще одну интересную уникальную человека, композитора, руководителя ансамбля «Контрапункт». Вот. Она сегодня пришла не так, а с подарком, с презентацией песни на мои слова, еще курсантских лет. Мы будем эти вещи вспоминать, все-таки мы все время вспоминаем свою юность и молодость. И я ей очень благодарен, что она эту песню сочинила. Итак, Люба! Любочка, ты готова? Любочка, пожалуйста, проходи. Песня, которую я сейчас исполню на стихи Валентина Иващенко, называется «Марафон». И она как раз раскроет Валентина немного с непривычной для нас стороны. Слушайте. Просто этого добиться.
И вторая песня поздравления. Как-то надо так мне немножко развернуться, чтобы поздравить. Как центр притяженья на тебя направлен взгляд, ты в прекрасном настроении и гостям, конечно, рад. Сегодня день рождения, прими же поздравления. Счастья тебе, здоровья тебе, долго живи, солнечных дней, верных друзей. С которым мы очень дружим. И я постоянно спасибо Ане, хочу сказать дальше. И что постоянно они себя ощущают здесь и украинцами, и русскими, и, как говорил наш бывший президент, мы все россияне. Вот. И стараемся жить полной жизнью.
несмотря на все трудности, которые нас объединили, и дальше, как говорят, будут, да, вот. Но мы любим их. Спасибо. Уже осень стукает в окно, и гладить нежно мои скроні. Я ж все чекаю, як колись давно, щоб утонути у твоїх долонях, розстанути сніжинкою малою і не вернутись з того забуття. Бо все життя, якось прожите мною, поблідло враз, відчувши почуття. Я був коханий і нелюбим також. Про це я розповім тобі колись в осінній вечір, як зустріну якось. Прости мене за ці слова, думки, за сльози, за кохання, за розлуку, за жгучу біль, що мучить мою душу. Прости мене, прости мене, прости, а краще позабудь, коли в душі мовчання. Пісня «Я тебя вспоминаю», слова Валентина Іващенка, музика Віолетти Квінєвіч. Я тебя
Пожалуйста, кто хочет лично поздравить?